Гаражный кооператив «Белореченский». Хотел рассказать про свой гараж, так как неизбежен снос в ближайшее время. Мы тут уже ничего поделать не можем. Значит, воля такая, властей. Так, обычная гаражка, продолжу. Но здесь у него цель другая. Бардак, конечно же, есть. Куда без него. Тут все у меня и сварка, и резка. И сверлим здесь, и напилить, если надо. Только то же самое сделал для УШМ. Ну и крашу здесь. Так, здесь у меня на потолке вытяжка. Механизм нехитрый. Стоит вентилятор, шибер, там отвод наверху. То есть дождь, не дождь, снег, без разницы. Можно открывать и вытягивать отсюда сварочный дым и отобразив пыль. Так, перейдем дальше. Здесь у меня еще отсек. Утепленный вариант. То есть здесь у меня 50 аминвата под вагонкой. Там потом, вот видите вы, да, пароизоляция. А сверху я обшил вагонкой. Ну, с отцом вместе обшили. Все с его помощью получилось. Так. Тут все не хитро. Тут же у нас уголок 40-й, под обшивкой, да? Я к нему крепил сбоку 40 на 40 брусок. Прокладывал все мидватой. Толщиной 50. И сверху еще планками, а потом уже обшивка, да. Пароизоляцией уже сверху заколотили вагонкой. Так, ну здесь компьютерная система небольшая, ноутбук в народе. Кресло. Бывшее когда-то кресло, но оно превратилось просто, пока все складывается. Но по сути на нем можно и полежать, если совсем спина прихватывать начинает. Зеркало большое, но его тоже придется убрать, куда-то увезти. Зеркало не знаю зачем, но тоже прихватил где-то было. Так, радиатор. В холодное время суток все-таки хочется согреться. Да и вообще одеть мороженую одежду невозможно. Так, пушка. Ну, здесь у меня кубометр сколько? 2 на 3, да? Не кубометр по площади. 2 на 3, высота где-то 2 в среднем. Ну вот, посчитать 6 на 2, 12 кубов. Этой пушки вполне за 20 минут Сахара. Так, здесь на полу у меня доска 40-я, 15-я. Шириной 15, по-моему. Ну, все подобрано по длине. То есть дверь я сам тут сколотил, я ее даже не доработал, кстати. Видно здесь внутри минвата. Я просто полиэтиленом обшил. В итоге все это так и не доведу до ума, значит. Собрание на днях по сносу гаражей. Так что уже здесь доводить ничего не придется. Тут и покрасить хотел, увеличить. Кстати, вот эти диодные лампы, я как бы для меня открытием стало, что они настолько ярко светят, я как будто днем у меня как будто небо над головой. Потому что вот эти лампы накаливания, я таких и дома не даю. Надо было все заменить на диоды сразу же. Вот такие дела. Так, вот этот вентилятор ставил, он практически совсем ничем не помогал. Потому что сварочный дым у нас наверху оседает. А не зеркало, он у меня здесь тоже стоит, с другой стороны. Сварочный дым наверху, а эти сбоку сосут, можно сказать, воздух. Самым выгодным получилось вот это расположение. У меня получается там прорезь наверху. Коробом ставил. У меня есть отдельное видео, где я вытяжку пока только делал. Если будет интересно, глянуть. По ней, наверное, тоже отдельно сниму. Ну тут все очень грубо. Грубо. Деталь машины. По сути, это на подшипниках она крутится. Это дело колпаком закрываю, чтобы пыль не садилась. В принципе, довольно-таки логично.